Давай. Сегодня 30 число, июль. Мы уже в Эстонии, в Таллине. Сегодня находимся второй день. Вчера приехали вечером и не смогли найти место для проживания, для ночлега. Пришлось ночевать снова на берегу Финского залива, рядом с бомжами, на какой-то заброшенной территории. Под этим вот деревом. Вот в этих вот кустах. Да. Ну, в принципе, вот он. Страшно, но нормально. Вот пляжик, там костерчик, там мы пожарили курочку себе. И с макарошками захавали, шашлычок куриный. Ну, в общем-то, прикольно тут, конечно. Все прикольно, вот пошли быстрее в Эстонию. Пошли.